Нелегко сейчас. Ой, нелегко. Победителя ждет награда! Ведьмак! Как вовремя! Я так понимаю, для меня есть работа? Да, насчет брата моего Микеля. Он забрал баб из кузницы и повел их в горы. Неделю тому как. Баб из кузницы? Кузница. Богатая деревня была. Пока через нее войско не прошло. Хаты сожгли, кладовки объели, мужиков в рекруты забрали. Ну и остались бабы одни. Ни еды, ни крыши. К себе взять их никто не хотел. В Новиград реданцы их не пустили. Ну так Микель повел их к старым шахтам. Там хоть от дождя можно укрыться. И теперь от них ни слуху, ни духу. Я мог бы этим заняться, если награда будет побольше. Ладно. Речь же о жизни моего брата, можно и раскошелиться. Договорились. Ну ладно, поищу твоего брата. Как его узнать? Да это не трудно. Он там на всю компанию единственный мужик. Иногда останки в таком состоянии, что трудно определить пол. Останки? Сплюньте! Самое большее дорогу перепутал. Ну а если что, были на нем опорки из телячьей кожи. Сапожник подошва делал. Я ему говорил, не ходи в них в горы, попортишь только. А он ими так гордился. Этого должно хватить. Спасибо. Ты пришелец! Отважишься зайти! Глаза у тебя как у кота. А мышей тоже вот? Шевелись, плотва! Повешу твою башку у седла. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ела? Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Возьми-ка, поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту.
Следы чудовища. Для такого нужна большая сила. Кровь, мясо, пищеварительные соки, корм для молодняка. Эти яйца скоро проклюнутся. Глаз. Нужно от них избавиться недалеко. Эти яйца скоро проклюнутся. Нужно от них избавиться. Ботинок с клеймом мастера подошвы. Все, что осталось от тела. Сам лезешь на меч? Вот и хорошо. Забрать трофей для брата Мити, как доказательство.
неплохо. Привет. У меня плохие вести. Твоего брата убил Главоглаз. Единственное утешение, я за него отомстил. Тоже мне утешение. А ведь говорил я ему. Микель, чего рвешься чужакам помогать? Сиди на жопе ровно, не то беду накличешь. Ну, чего ты тут торчишь? Чужой бедой питаешься? Нет, я питаюсь кашей с маслом, как и любой другой. Так что заплати, чтобы мне было на что ее купить. Я бы тебе заплатил, если бы ты мне Микеля живого привел. Мне положена награда, давай деньги. Награда? Положено. Возьми.